Сейчас. Ты не поверишь. Я хочу сначала в мороженое. Че? Всем привет! И с вами снова мы, сестрички. Что-то мы давно уже не снимали видео со слаймами. И сегодня у нас как раз такое видео. Как вы видите, у нас тут очень много вкусняшек. А это значит, что сегодня видео «Не выбери вкусняшку слайм челлендж». А снимаем мы его не одни, а с девочкой, которую зовут Кристина. С канала Кристи Шар. Привет, Кристина! Привет! Маргарита и Ксюша, привет! Вот что у нас сегодня за продукты. Хлопья, клубничка, Орео, конфеты, шоколадное молоко, еще Орео, мороженое, попкорн, Смартиз, еще хлопья, чипсы, йогурт и печенье. Интересно, где настоящая еда, а где для слайма? А давайте посмотрим, что там у Кристины. А я вот сходила в магазин и купила 15 разных вкусняшек, но я не знаю, что и где лежит, так как все это прятала мама. Очень интересно, какие же слаймы у нас получатся. Как вы уже заметили, они у нас с номерами. Мы будем выбирать числа для Кристины, а Кристина для нас. Сейчас давайте вытягивать номера для Маргариты. И это цифра 3. Так, буду искать номер 3. Тебе помочь? Да. Вот. Мне попалась коробка от мороженого. А есть там мороженое. Слайм с мороженым. Убираю в сторонку. Второй номер. И это цифра 8. Теперь цифра 8. Вот. Вот. Шоколадное молоко. Мое любимое. Там что-то жидкое. Ну, наверное, там пить. А может быть и молоко. У меня будет слайм с шоколадным молоком. А здесь же Орео. Третья цифра. 1. Следующая 1. Так, где 1? 1. Это клубничка. Какая уже? 4-я циферка. 10. Следующая цифра 10. Это 5, 15, 13, 9, 4. Это 6. 10. Нет, это 7. Вот это вот. Это йогурт. Ой. Ну ладно, посмотрим потом. Шоколадный. Кстати, мой любимый. 5-я циферка. 5-я цифра, это цифра 5. И последняя, это 5-ка. Я ее... Это попкорн. Так, ну что, Ксюш, теперь ты. Далее достаем 5 цифр для Ксюши. 1-я циферка. 14. Так, номер 14. Конфетка. А может быть там не конфета, потому что он очень легкий. Конфеты. Ну конфеты же тоже легкие. Может быть там только одна упаковка. Вторая цифра. 4. Смотри, следующие 4. Вот. Чипсы! Наверное, не чипсы. Что-то тяжелое. Далее достаем бумажечку. Кожа прицепилась. Это цифра 9. Следующая 9. 9. О, не, мы будем... Сюрприз. Достаем предпоследнюю циферку для Ксюши. 2. Цифра 2. Ну и последняя циферка. Давайте что-то из глубины такое достанем. Цифра 7. И цифра 7. Это вот это, сбитые сливки твои. Это же как пенка для слайма. Ну что, ребятки, будем делать слайм. Интересно, что же там попадется. Сначала ты. Окей. Я выбираю вот это. Шоколадное молоко. Номер 8. Ребят, как вы думаете, там клей или шоколадное молоко? Напишите в комментариях. Я думаю, что там клей, а ты?
знаю. Пока я буду открывать, вы пишите. Ну что, написали? А теперь смотрите. Я увидела. Прозрачный клей с блестками. Да. Это прозрачный клей с оранжевыми блестками. И этот клей воняет. Ага. Ну что, Ксюша, теперь ты. Я хочу... Давай начать. Нет, с этого. Тяжелое. Там тоже точно не конфета. Я думаю, там клей. Я тоже, что очень тяжелое. Девятка, смотри, 8-9. Угу. Так. Вот только... Покажи, ты не поверишь. Пахнет смартис? Ну, не так. Выливаем. Вау, это прозрачный клей с зелеными блестками. Я тоже хотела сегодня получить зеленый слайм. А ты? Ну что, продолжаем? Я хочу посмотреть, что вот тут-то. Мне очень интересно. Десятка. Смотри. 8-9. Ну, он очень тяжелый. Там йогурт. Мой любимый йогурт. А может, я покушаю? Конечно же, я не все буду добавлять. Бедный мой слайм. И бедный йогурт. Ну, давай, Ксюш, теперь ты... О-о-о-о. Здесь точно сливки. Просто сюда невозможно клей залить. Это как пенка для бритья. Вот что у меня получилось. Так, следующий. Я хочу попкорн. Пятерка. А что это? Да, это прозрачный, но он окрашенный. Это прозрачный, да. Он окрашенный. Но он все испортит. Ну, йогурта не будет видно. Красный все равно испортит. Просто красный только... А у меня такие светлые. Я хочу посмотреть, что тут. Ну, этого. Че? И она очень вкусно пахнет. Пилю. Я очень много налью. Все. Продолжаем. У меня осталось два продукта. Это клубничка и мороженое. Я хочу сначала в мороженое. Так. У меня тоже пенка попалась. Кристина, спасибо тебе за удачные номера. Я хотела, чтобы у меня попалась пенка. Мне тоже остались два продукта. Я хочу... Смотрите, это пусики. Нет, я не все. И мой последний продукт. Это клубничка. Надеюсь, там не клубника. Это памперс. А я думаю, что там пенка тупица. Круто, это памперс. У меня будет снежный слайм. Вот и все. Теперь мой последний. Номер 14. Там клей, да? Там клей. Вау. Да что? Клей? Шампунь это? Нет, это клей. Делай как донат. У меня получился донат. Ну что, давайте теперь перемешивать. У меня, наверное, будет такой красный. Я не здесь. А я сразу добавлю активатор. У нас такая бутылочка.
Ты же, я тебе говорила, я хочу розовый, у меня получится розовый. Ну что, добавляю активатор. У меня уже сворачивается. И вот мы и замесили наши слоники. Вот такой вот получился у меня. Хрустит и кликает. А вот такой вот получился у меня. Нет, будет такой жесткий. Сейчас я его растяну. Там чувствуется, как будто там волосы внутри. Тоже хрустит, кликает. Ёлки-палки. Ну, Маргарита. Ну, кто? Давай мы чуть-чуть отвоём, а потом смешаем, а потом будет фиолетовый. Давай. А? Ну что, ребятки, вот такие вот слаймы у нас получились. Ой. I told Rich not gonna call what to do. Вайнахсман. Интересно, что получилось у Кристины? Ребята, вам тоже интересно? Тогда мы оставим ссылочку на видео Кристины в описании. Переходите и смотрите, какой у нее получился слайм. Также подписывайтесь на ее канал. У нее есть очень много видео со слаймами. Не то, что у нас. Что на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А мы пошли смотреть, что получилось у Кристины. Пока! Пока, Ксюша. Раз, два... Круто! Мэкаджина, мэкаджина, мэкаджина. Это было прикольно. Подожди, подожди, я хочу... Кайф. Асмур. Нет, подожди, у тебя телефон есть. Три.